Банк развития Китая будет финансировать казахстанские проекты в несырьевых отраслях экономики и инфраструктуры. О перспективах сотрудничества говорили сегодня председатель правления Банка развития Казахстана Булат Джамишев и президент Государственного банка развития Китая Джин Джицзе. Как стало известно, ранее отечественный финансовый институт подписал с китайским 3 кредитных соглашения на общую сумму $300 миллионов. Все выделенные займы были освоены. В частности, профинансированы проекты в сфере электроэнергетики, металлургии, транспорта и текстильной промышленности. Кроме того, главы БРК и CDB заинтересованы в реализации генерального соглашения об открытии кредитной линии на сумму $500 миллионов.